Привет, выселенцы. Все, мы, короче, это выселились, но еще, может, вернемся, решили пораньше, чтобы съесть что-то посмотреть в Тбилиси. Приехали. Это вот иранцы, наверное. Нам сказали, что, короче, в отеле иранцы заселились. Я не помню, привет. Поздоровался или нет. Мы для них тоже, кстати. Короче, сдаем в багаж пока что. Если успеем до 12, то приедем. У нас машина в 2 часа, да, в Ереван. Не знаю, чем успеем. Я в 10. В смысле, почему? Ну что, в 10-12. Тут ехать 10 минут до центра. Идем сдавать багаж. Такой вот у нас ресепшн. Вот они мы. Встаем, сфоткаемся, да? Опять я забыл, как он называется. Да, все, мы сейчас вызовем. Потом назад-то вы приехали. Не, я ему скинул, кто нас будет забирать. Нам из города. Все есть уже. Вот. Грузинское название отеля. Вдруг кому понадобится. Можно на улице выйти посидеть. Вид – это речка. Река, я забыл, называется как. Как река называется, Игорь? Не помнишь? Я вчера смотрел же, да? Да. А как река называется? Река Кура. Во, Кура, да, точно. Кура. А, отель, кстати, во. Рогалюкс отель. Не знаю, сколько здесь звезд, но... Ждем такси, сейчас заказали 5 лари всего лишь, это, я не знаю, 100 рублей по-нашему, короче. Вот, поедем в центр. Ну, все. Нет, конечно. Едем на центральную улицу, Руставели, там гостиница Рэдисон, где-то, ну, короче, там найдем. Самый центр, посмотрим. У нас, в принципе, еще 3 часа точно есть. Вот. А так в 2 должны там плюс-минус за нами приехать будут. Сейчас сюда 2. Ну да, погода сегодня хорошая. Вчера мы в горах доехали, там был дождик. Но там тоже красиво было, да? Облака вот эти вот вообще шикарно. Речки грязные. Да, и за счет этого дождя получается там... По горам, да, ведь тоже вот это водопады, вот это все пошло. Нет, вчера снег. Нет, не заснял. Вчера снег еще в горах старый лежал. Да. А сегодня жара, тут, ну, градус 30, наверное, сегодня на солнце точно. Естественно, они южные. Вон Оксанки открыли форточки, сидит, кайфует. Чем-то напоминает Стамбул. Тоже вот такие холмистые местности, подъемы, спуски и так далее. Но Стамбул, конечно, такой более восточный стиль. Подключил интернет на сутки себе, ну, роуминг, потому что, ну, и здесь нужен, и... В Армению потом поедем, чтобы на всякий случай был. А, и да, по работе надо не забыть еще зайти. Надо будильник завести, а то я забуду точно. Ну, по местному в час получается, по московскому в 12. А то забуду работу-то выполнить. Отдых отдыхом, работа работы. Это вот вы взяли отпуск и все. Да, а мне приходится вот в отпуске работать. А еще говорят, что у меня легкая работа. Между прочим, работа в отпуск, представляете? Архитектура, да, такая интересная, да? Своеобразная. Ну да. То, что не самое. Хвоя. Что здесь у нас? Лиственные деревья. Пальм не видели. Ну, пальмы, наверное, в Батуми, да? Тут Батуми сколько, наверное? 350-400, да, километров? Отсюда, да, где-то 400. Макдональдс. Кстати, вы в Турции, может, Макдональдс появится? Не, ну вкуснее будет Бургер Кинг. Ой, водопад проехали, блин.
как обычно, Артём не вовремя. Не то снимает себя, блин, любимого. Аэропорт отсюда далеко? Аэропорт Скуи уже туда. Ну, примерно километр сколько? Километров отсюда где-то около 20. Съезд. А, ну вообще нормально. О, Зиратбанк турецкий, кстати, смотрите. Через 300 метров круговое движение. Первый съезд. Это Зиратбанк, а есть Зират какой-то это. Вот нам можно там карточки, кстати, в Турции оформлять. Я снимал видео на канал, поэтому можете зайти посмотреть. О, Рэдисон. Круговое движение. Первый съезд. Ну да, тут вот отель. Ну да, такие вот подъемы в Стамбуле даже покруче, наверное. Стамбул, ну, подъемы. Маршрут перестроен. Через 100 метров поверните направо. Верните направо. Красиво тут, ты не знаешь, что это у нас. Метро, станция Руставели тоже, кстати. ГБДДшки. Рэдисон. Ну, нас прям не обязательно туда, нас где-нибудь высадить. Это центр, все, да, маршрут получается? Маршрут перестроен. Через 200 метров. Вот, да, направо. Велосипед. О, вот сюда мы приехали. Прибыли всего 5 лари, как я сказал, это 100 рублей. Так, Рейд, смотри, какой вид красивый, да? Сейчас там подойдем поближе, покажу. Так, нам пешеход. Вот тут полиция. А, ну тут, наверное, площадь или нет? Как нам переходить дорогу? Короче, я вообще не заметил практически ни одного пешехода в Тбилиси. Может, их тут просто нет? А, вон один вижу. Классно. О, на Мамаев курган так тоже похож. Поднимаешься. Теперь тебя видишь, есть чем сравнивать. Велосипед. На фоне Игоря, смотри, какой он большой. Центральная площадь получается. Есть, кстати, тоже самокаты, между прочим. Вообще, в Тбилиси, конечно, много чего можно посмотреть. Например, много храмов, да. Есть храмы даже вот знаменитые где-то вот тут вот на горе. Такие. Ну, грязновато все-таки, да? Дебильный какой-то. Был автобус пищал. Вот. Святых мест, да, много. Это вот как, кстати, Москва-Сити что-то напоминает. Правда, не низенькая такая. Нет, может, лучше вон там что-то старинное. Переход? А, здесь ночной клуб какой-то, да, наверное. Клаб. Поздно пить начали, наверное. Ну да. Ну тут просто еще плюс один час же. Ну да, пойдемте туда вот сходим, наверное, да, повыше. Скажите, пожалуйста. Старинные улочки, сейчас пойдем туда. О, вайн. Тут вино, кстати, должно быть хорошее. У нас осталось вино, целая бутылка. Мы вчера так и не осилили, только две выпили. Сейчас еще сколько? Розмаринша?
Розмарин, смотрите. Ну да. Ну, пахнет как розмарин, да. На улице прям. А я не знаю, как. Ну да, там как где-нибудь. Я говорю здесь. Ну, я часов. Ну, тут вот не местно, видите, еда. Мы хотим зайти, да, еще что-нибудь покушать местного, национального. Фотосейшн, как же без него? Фото? Конечно, давайте. Представляете, она еще и крутится, кстати. Оксанка, когда сидит такая, крутится на каруселях. Да ладно. А, она из-за ветра, что ли? Я снимаю. Смотрите, он крутит ее. Да надо узнать, есть ли там площадка вообще смотровая. Все, не успели. Снимайте пока. Скорые. Грифончик. Везде, ну как везде, ну много, короче, украинских флагов, конечно же. Магазины Босс. Ну нам есть, да? Это билеты, тикет. Лотерейные. Ой, смотри, там фонтан. Водопад. О, да. Спереди. Идем туда. Спустились в подземелье, в переход. Граффити везде. Вообще-то какие творческие эти. Мы сейчас тоже туда пройдем. Вот тоже. Художественные мероприятия. Эти. Любители магнитиков. Здравствуйте. Маслом разрисованы. Там он рисует, видите. Оксан, тут красивые фотографии можно сделать. Красивые фотографии. Ну тут красиво. Ну вот видите, разрисована архитектура, да, местная, получается, в граффити, но... Как считаете, вандализм или нет, напишите в комментариях. Мы заканчиваем первую часть этого видео из нашего Тбилиси. Будет вторая часть, тоже смотрите ее на канале, обязательно заходите, не забывайте подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Будет вторая часть. Мы уже в ресторане, и вы это увидите. Пока. Пальцы вверх, комментарии, подписка.